В 1994 году ЮНЕСКО провозгласил 5 октября Всемирным днем учителя. С этого времени ежегодно осенью свой профессиональный праздник отмечают люди, которые учили нас читать, писать и познавать мир. В этом году День учителя было решено масштабно отпраздновать в Абхазской государственной филармонии. Поздравительный адрес от главы государства, президента Аслана Бжания, зачитал министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов, поздравляя учителей с профессиональным праздником, еще раз напомнил, какая ответственность за молодое поколение ложится на их плечи. Мы относимся к категории людей, которые, с одной стороны, очень может помочь молодому человеку жить, очень может жить. Поэтому на вас уже это очень большая ответственность, как вы будете поступать по отношению к молодым людям. Одиннадцати учителям из различных районов нашей страны указом президента было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Абхазии». Из рук министра просвещения свои заслуженные награды получили Дона Малия, Нателла Смыр, Белла Ашуба, Нателла Дочия, Анджела Барганджа, Талико Лабахуа, Валентина Ласурия, Нелли Авсипян, Изольда Тарба, Алиса Чулокуа, Заира Джгунжге. Орденом Ахдзапша третьей степени награждены Мимоза Зантария и Владимир Бжания. После официальной части началась праздничная. Первыми коллег поздравили учителя и директор первой сухумской школы Нона Делба. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абазатовая.